Всем привет! С вами канал Coach Channel, и в этом выпуске я сделаю обзор и тест-драйв Manda Car в игре Spin Tires. Это вышел недавно новый мод, и вот покажу, что он из себя представляет. Вначале, какие аддоны можно на него установить. Первый это называется Mankan. В общем, его кабина дает нам 800 ремонтных очков. Так, снимем его. Так, пишется, что нужно расположить грузовик правильно. Ну, давайте отъедем немножко. Так. Может, вам теперь это будет правильно? Давайте посмотрим. Что ж это? Ага. Вот такой вот прицеп. Но нам он не нужен. Потом бензовоз. Также сам не нужен. И вот еще 4 аддона, которые недоступны. И можно еще изменить вот текущие шины. И есть вот стандартные. Стандартные меньше. Поэтому установим для вот Дакар. Написано бездорожье Дакара. Итак, поехали. Изначально я буду ехать с выключенным дифференциалом, задним приводом. Посмотрим, на что он способен. Мы видим, что воздухозаборник вот сверху, это хорошо, потому что можно будет заезжать в глубокие водоемы, чтобы наш грузовик не загруз. Так, что это я застрял тут? Да что с ним? Давайте дифференциал включим. И в чем у нас проблема была? Честно говоря, вообще в шоке. Это еще не горка, и мы сразу застряли на нем. Ну ладно, поехали дальше. Снова я выключил полный привод, дифференциал выключил. А заменяет он в игре ZIL 130. Вот, может, он на самом деле и хорошо не проработан. Данный грузовик, что могло остаться многое от ZIL 130. Но сейчас мы посмотрим, как он будет себя вести. А перед этим я и тестировал и уже КамАЗ Дакар, то этот грузовик, тот грузовик невозможно было установить. Сейчас немножко сравним. Так, я полностью убил грузовик. Возвращаемся в гараж. Пока что выводы неоднозначны. Поехали. Сразу включаем полный привод, сразу включаем дифференциал и поехали дальше вот тестить, смотреть, на что он способен. Значит, у нас он передачу пишется уже 6-я, уже 7-я, быстро набирает, переходит на следующие передачи. Значит, в нем около где-то 16 ступенек коробки передач, наверное, как и в КамАЗе. Вот, посмотрим, на что же он способен. Ну, едет же. Очень тяжело разгоняется. Ну и потом невозможно его остановить. Есть такие моды в Spin Tires. Так сказать, недоработки. Колоксон обычный. Так, здесь я где-то и разбился, и перевернул его. Поехали, 9-я передача. Ну, конечно, над физикой нужно было поработать. Этого грузовика много что нереалистично. Много что нереалистично. Но ничего. Жалко, что в кабину нельзя вот пересесть, посмотреть вид с кабины. Ну, имеем то, что имеем. Поехали. Очень тяжело разгоняется. На самом деле он резкий и очень хороший и шустрый, но здесь
в этом моде его, ну, просто невероятно легко перевернуть. Для спинтайрса это неудачная версия, чтобы ездить и что-либо проходить в игре спинтайрс. Ну вот имеем то, что имеем. Уже четвертый раз начинаю с гаража свою поездку на этом грузовике. Три раза перед этим, как видели, просто-напросто перевернулся. Поехали направо еще. Представляете, если сейчас перевернусь. Это просто ужас. В этой игре... В этом именно моде, в игре Spintires. Я уверен, что он в жизни намного лучше, намного проходимее и не так легко он переворачивается. Его тяжелее убить. Ну, у нас вот очень легко. С таким грузовиком Spintires особо не пройдешь. Ну что ж, на этом я буду завершать свой обзор. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всем пока.